فزت ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صل على علي ابن موسى الرضا واتقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые телезрители мы приветствуем вас на нашей передаче которую мы посвятили мученической смерти Фатимы Захры саллаллаху алейха и для разъяснения этой темы мы позвали нашего гостя Худжатул Ислам аль-Муслими Шейх Курбана Шейх Курбан салам алейкум алейкум ассалам рахматуллах баракатуху Шейх Курбан хотелось бы продолжить нашу тему последнее то о чем мы с вами говорили это именно Аят Курана, где Всевышний Аллах говорит, что о посланник Аллаха, значит, донеси до людей то, что не спасло тебе. Если ты не донесешь это, то не доведешь свою посланническую миссию до конца. И также мы сказали, что дальше Аллах говорит, что Всевышний тебя обязательно бережет от неверующих, если не ошибаюсь. Вот. И мы задали такой вопрос в конце. Мы сказали, что так что же это, то, что должен был донести посланник Аллаха? Если бы он не, если бы он не донес это, то он не донес бы посланническую миссию. Хотелось бы, чтобы вы ответили все-таки на этот вопрос. Что именно это? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ-3 и продолжая нашу тему и отвечая на ваш вопрос, необходимо здесь указать еще на один аят Священного Корана, другой аят Священного Корана, который был ниспослан там же, в то же самое время, и в котором Всевышний говорит «Аль-йоума акмальту лакум динакум» وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا Всевышний говорит, вот теперь, именно сегодня, теперь уже я доволен, я довел до конца, я завершил над вами свою милость и довел до конца, завершил вам религию вашу и доволен исламом как религией. Сегодня я завершил вашу религию, довел до конца свою милость и доволен ислам как религией, говорит Всевышний. То есть, обратите внимание, Всевышний сначала говорит... То есть, вы говорите, там же ниспослал. Совершенно верно, это одно и то же. Мы до этого говорили, что первый аят, о котором мы с вами говорили, мы сказали, что он ниспослан именно в день Арафы. Совершенно верно. И получается, что этот аят о завершении религии также ниспослан был в день Арафы. Я правильно вас понимаю? Здесь на самом деле нет довольно-таки большой разницы. Почему? Обратите внимание, та речь, которую его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, произнес в день Арафа, он произнес, повторил ее также и в Гадирхуме, и эти аяты там же были повторены. Но, обратите внимание, все это началось именно в день Арафа. Но почему в день Арафа, днем Арафа посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не ограничился? Почему? В чем была причина? Почему вынужден был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, день Гадирхума через там, более чем недели разбить лагерь, остановиться, собрать своих сподвижников, мусульман вокруг себя и повторно произнести ту же самую речь, которую он произнес в день Арафа. Почему? Что сподвигло к этому? Почему необходимо было повторить? Дело в том, что этот аят, который был ниспослан Всевышним в день Арафа, в котором Всевышний говорил... Донеси до людей то, что было тебе ниспослано, и Всевышний защитит тебя от людей.
когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, день Арафа произнес речь, это была Мекка, правильно? День Арафа где находится? В Мекке находится. Да. И Мекка незадолго до этого была завоевана мусульманами. Угу. Незадолго до этого, обратите внимание, мы не говорим там, 5 лет тому назад, или 6 лет тому назад, 7 лет тому назад. Нет, незадолго до этого Мекка была завоевана мусульманами. Верно? Да. А что было до завоевания? Что было за 10 лет до завоевания? Что было за 20 или за 15 лет до завоевания? Что было в Мекке? В Мекке была непримиримая вражда к пророку и к исламу. Разве нет? Да, так и было. Кто это отрицает? Кто отрицает тот факт, что мекканцы на протяжении более чем десятка лет враждовали с исламом и с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, и приняли ислам после завоевания Мекки, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, при условии принятия ими ислама, обещал им всеобщую амнистию. Никто это не отрицает. Это никто не отрицает. Угу. И это, то есть, к чему мы это говорим? К тому, что в Мекке жили враги ислама. Враги. Да, они на тот момент, на момент произнесения этой речи его светлости посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, они на тот момент были мусульманами, но они не перестали быть врагами пророка и ислама. Они продолжали быть врагами, они оставались врагами. Это совершенно очевидно, совершенно нормально, совершенно естественно. Да, совершенно естественно. И надежда этих людей, этих врагов ислама была на то, что жизнь к его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подходит к концу, уже возраст довольно-таки солидный и так далее. Угу. Они ждали просто своего времени. И надеялись на то, что после того, как его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, уйдет, то есть уже не будет этого лидера у ислама, и уже можно будет даже самим взять и стать лидерами в этом обществе, в этом государстве, угу. в этой структуре мусульманской, в халифате, в государстве исламском. То есть они, будучи врагами и будучи не имеющими доступа к каким-то высоким постам и к высоким, при жизни пророка, конечно, высоким постам и высокому положению общественному, потому что угу. они всеми воспринимались как враги. Люди, которые являются туляка. Люди, которым посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, даровал жизнь только по своей милости. Угу. По своему милосердию, не более того. А так они не заслуживали жизни. Угу. Почему? Потому что, почему не заслуживали жизни? Не потому что никто пускай не думает, потому что они были неверными, ни в коем случае. А потому что они убивали, калечили, они пытали мусульман, они грабили мусульман, отнимали у них имущество, они разрезали животы беременным мусульманкам, они убивали обездоленных мусульман, мучили их, причем пытки были довольно-таки ужасные, они могли просто положить человека в пустыне и положить ему на живот огромный раскаленный камень под солнцем, палящим солнцем пустыни. Это все преступление. Этих преступников посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, это преступники, которые заслуживают наказания, но и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сам проявил милосердие, простил и амнистировал их. Поэтому и мусульманское общество при пророке их воспринимало как врагов. У них не было шансов на какую-то общественную и социальную реабилитацию в мусульманском обществе. Они воспринимались как, то есть, будучи до ислама, до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи господами жизни на Аравийском полуострове, правильно, это же мекканцы, да. они лидеры арабов, они господа арабов, арабы смотрят на них как на своих хозяев, на своих предводителей, на своих царей, князей и так далее. А тут они ушли в самый низ общественной лестницы. Но надежда у них была в том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, уйдет, и они смогут изменить расстановку сил в обществе и прийти, занять главенствующую роль. Но при этом они прекрасно понимали, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, может что-то изменить. Не просто уйти из жизни, а оставить кого-то после себя, такого же непримиримого, как и он сам, к истине, к лжи. Потому что и
таковым они всегда видели Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам. Потому что Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, на протяжении всей посланнической миссии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проявил именно себя как человек, который не отходил от указаний, не отходил от велений и запретов посланника ни на йоту. Он был полностью подчинен и полностью был погружен в посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он не жил своей самостоятельной жизнью. Вся его жизнь была связана с жизнью посланника Аллаха, с деятельностью посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И они видели в нем такого человека, который не даст ничему измениться. Они видели в нем человека, который после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оставит все так же, как было при посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Например, мы знаем, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выслал из Медины, в ссылку отправил Марвана и его отца, правильно? Да. Хакяма. Хакяма и Марвана отправил в ссылку. Например, к примеру, первый халиф пришел, ничего не изменил. Он также был, несмотря на то, что были жалобы, люди приходили, просили их вернуть, дать им возможность вернуться в город. Первый халиф не вернул Абу-Бакр. Второй халиф тоже не вернул. Но посмотрим, например, третьего халифа. Третий халиф берет и возвращает этих людей. Правильно? Да. Это значит, что третий халиф, он не такой, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть он отличен от него в своих действиях. Он не такой непримиримый к врагам ислама. Да. Он может проявить другое отношение. Или, допустим, пример с Аш'ас ибн Кейсом. Аш'ас ибн Кейс, после того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ушел из жизни, он отрекся от ислама. При посланнике он был мусульманином, Аш'ас. А после посланника он отрекся из ислама, от ислама. Так? У посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к таким людям было определенное отношение. Жесткое отношение. Да. Я думаю, озвучивать мы не будем. Абу-Бакр, первый халиф, Абу-Бакр такого отношения к нему не проявил. И даже более того, выдал за него свою дочь. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда бы такого отношения не проявил бы к такому человеку, как Аш'ас. Но после того, как Аш'ас вышел из ислама, Абу-Бакр выдал за него свою дочь. Выдал свою дочь за него. Это о чем говорит? О том, что эти люди, они не одинаковые. У них ни один путь, ни один метод. Они разные. Да. По своей непримиримости к врагам ислама, к противникам ислама. И так далее. Ну, и в качестве примера говорю. Поэтому тот человек, который никогда не отходил, никогда не был... Никогда не согласен был отказываться от пути и сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и Талиб ибн Аби Талиб, алейхиссалату ва саллям. И история это продемонстрировала, показала. Например, когда выбирали третьего халифа, Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату ва саллям, выставляет условия. Когда ему предлагают стать следующим халифом, он говорит: хорошо, я принимаю эту должность, но при условии, что я не буду следовать путем Абу-Бакра и Умара, первых двух халифов. Я буду следовать только путем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, только его методом. Это о чем говорит? Это говорит, во-первых, о том, что первые два халифа, они не шли путем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. У него был свой альтернативный метод и альтернативная методология, которая, опять-таки, в истории отчетливо и разъяснено. Например, касательно объединение хаджа и умры, весь исламский мир, все мусульманские ученые единогласны в том, что посланник Аллаха разрешал, второй халиф запрещал, третий халиф запрещал. Это значит, что у них были методы разные, сунна разная, понимание разное, это разные сунны. И Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалям, во-первых, говорит, что я не буду их путем следовать. Это, во-первых, говорит о том, что эти халифы не следовали путем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А Али ибн Аби Талиб еще говорит о том, что Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату ва саллям, был непримирим ко всему, что не было сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И не был согласен, ни за что не был согласен отступаться от сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И был крепок и был тверд на этом пути. И так, таков был его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату ва саллям. Шейх Курбан, как это относится к
нашему вопросу, который мы вам задали. Очень, имеет очень прямое отношение. Uh-huh. То есть мексиканцы это все прекрасно знали. Это мы сейчас историю анализируем и выводим такие размышления из истории. А мексиканцы на протяжении этих 20 лет, на которых, в течение которых его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, проповедовал, они прекрасно знали, кто такой Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям. Они знали, что это самый непримиримый человек. И они ни в коем случае не согласны были бы им. То есть это для них было подобно смерти. Они жили с надеждой на то, что посланник Аллаха уйдет из жизни, и все, уже не будет такого человека, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который не будет на тех позициях, на которых он находился. А кандидатура Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату ва саллям, для них была подобна смерти. Это значит, что после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего не изменится. И когда они почувствовали, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в день Арафа, потому что Всевышний своему посланнику в аяте священного Корана, когда говорит «Я юхар расуль баллигх ма унзила илайка», то, что было тебе неспослано, что было неспослано? Именно назначение после себя имамом Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату ва саллям. Это еще в день Арафа, да? В день Арафы, да, совершенно верно. Угу. Но люди это прекрасно знали. Как только... Это одно из посланий, конечно же, потому что и в Арафе, и в Гадирхуме звучит и другое послание, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, изволил сказать «Инни тарикум фейкум саккалейн». Я оставляю среди вас две драгоценности – священный Коран и «Итра Ахлебейти», «Итрати Ахлебейти», мое семейство, моих кровных родственников. Это говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как в Арафе, так и в день Гадирхума. Но эти два послания. То есть зачем повторять, да? Вы же еще до этого задали такой вопрос. Зачем? Когда мексиканцы в день Арафа поняли, к чему ведет посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в своей речи, они устроили переполох. Какой переполох? Они начали разговаривать громко, кричать, и люди не понимали, что, о чем говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, если предание обратите, в преданиях передатчики часто говорят, а мы не услышали, что сказал посланник, мы не поняли, что сказал посланник Аллах. Почему? В истории это разъяснено, но мексиканцы, видимо, там были какие-то лидеры, какие-то люди, которые организовали это, они устроили переполох и начали шуметь. Начался шум, гам. Представьте себе, это день Арафа. Кто-нибудь видел вообще, что такое Арафа? Что происходит в день Арафа во время хаджа? Людей очень много собирается. А вы представьте, это местные люди. Тоже там, то есть вся Мекка там практически. И вся Мекка начинает гудеть. Люди ничего не понимают, о чем говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому посланник Аллаха решил, и более чем разумно решил, что необходимо это послание что сделать? Повторить. Повторить день Гадирхум. Когда уже не будет этого шума. Не будет мексиканцев, которые могли бы шуметь. Не будет именно мексиканцев. И, естественно, на 18-й день Зульхиджа его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спустя неделю после этого повторил это послание. Поэтому и имеются разногласия. Кто-то говорит, что эта речь посланника Аллаха была произнесена в Гадирхуме, кто-то говорит, была произнесена в Арафе. Почему это? Это разве противоречит друг другу? Эти послания, эти предания противоречат друг другу? Противоречит. Нет, не противоречит. Почему посланник Аллаха не мог сказать это в Арафе и не мог сказать в Гадирхуме? И также... С тем объяснением, которое вы сказали, вполне и мог. Да. И более того, есть разногласия по поводу того, эти два аята были неспосланы в день Арафа или в день Гадирхума. Разве есть противоречие в этих двух преданиях? Опять-таки нет. Почему? Потому что эти аяты были произнесены посланником Аллаха в день Арафа. Кто-то этот аят что... Прослушал. Не услышал. Или не услышал. Не услышал, да, из-за гума, шума не услышал. И потом, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, повторил эти аяты в Гадирхуме, ему показалось, что это что? Что это вот сегодня было неспослано. Поэтому все совершенно очевидно и понятно. И вот этот момент, вот эта вот связь между этими двумя вещами, вот, допустим, в Сахихе Бухари, в Сахихе Муслиме сказано, что «Я юхар расуль аят», «Я юхар расуль баллигх ма унзила илейка, ва иллам таф'аль фама баллагхта рисалатаху». Что этот аят был в Сахихе Бухари и в Сахихе Муслиме сказано, что этот аят был неспослан в день Арафа. Угу. Так? Да.
Но при этом имеется и другое предание в тафсирах, что этот аят был неспослан в Гадир-Хум, 18 числа Зуль-Хиджа. И здесь ученые и толкователи говорят, а как так получается, что один и те предания, и эти предания достоверны, одни говорят это, другой. И они не могут объединить, не могут понять, когда он был на самом деле неспослан. Поэтому объяснение самое что ни на есть логичное и понятное, и соответствует тому, что дошло до нас в истории. Что мекканцы шумели в день Арафа, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, изначально не планировал собирать людей в Зуль-Хиджа, 18-го Зуль-Хиджа, в день Гадир-Хума, не собирался. Он собирался именно в день Арафа, когда все мусульмане, которые пришли в хадж, собрались, он должен был донести ту миссию, которая была возложена на него Всевышним. Но он не смог. Почему? Потому что люди... Мекканцы начали шуметь, и люди не услышали полностью. И поэтому он организовал отдельное собрание, где уже не было мекканцев. Ибо паломники уже возвращались, вышли из Мекки и возвращались домой. И перед тем, как эти паломники разойдутся по своим местностям, до того, как они разойдутся, до того, как пути этих паломников разойдутся, посланник Аллаха именно в местности Гадир-Хум, который предшествовал той местности, где они, у них пути расходились, он устроил вот этот маджлис, вот это вот собрание, где повторил ту речь, которая была произнесена именно в день Арафа. И отсюда мы понимаем, что на самом деле это было очень важным как для Аллаха, так и для посланника Аллаха. То есть назначение именно преемника после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть здесь уже мы, так как мы с вами говорили именно о роли имамов, здесь уже проявляется, насколько важной является эта роль. Совершенно верно. Просто посмотрите на смысл аята. Фама баллагта рисалатаху, ва ин лам тафъаль, фама баллагта рисалатаху. Всевышний говорит, если ты не донесешь это послание, то ты не выполнишь свою миссию. То есть твоя миссия не будет выполнена. И потом Всевышний еще говорит: «Аль-йоуме акмальту лякум динакум». Сегодня я завершил для вас вашу религию, и, то есть усовершенствовал для вас вашу религию и завершил, довел до конца свою милость над вами. И доволен теперь исламом как религией. Когда? Именно тогда, когда вопрос имамата был официально провозглашен посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть имамат является божественным посланием, и не просто божественным посланием, а самым важным из этих божественных посланий, которые были до тех пор, пока... Совершенно верно. Некоторые мусульманские ученые попытались как бы это все изменить и сказать, что нет, речь не идет об имамате, речь идет о чем-то другом. Вот вопрос, на который никто не может ответить. Что в послании посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в Арафе или в день Гадир-Хум было, чего не было до? А ничего не было. Все было до этого, кроме чего? Кроме имамата. Да, имамата. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, уже все вопросы, в том числе и вопросы хаджа, вопросы, другие вопросы, которые были озвучены в Арафе, он все это произнес задолго до этого. Но здесь может возникнуть такой вопрос у наших телезрителей. До этого же тоже посланник Аллаха как-то указывал на имама Али, на его... Миссия. Совершенно верно. Это именно указания, это намеки, это обещания, это заветы, но не официальное назначение. То есть официальное это назначение было совершенно уже... другое. Да, до этого было, как бы указывалось, намекалось, все прекрасно понимали, к чему идет ситуация, к чему придет в конечном итоге исламское учение. Все это прекрасно понимали, потому что были указания, были обещания, были заветы, были договора. Да, это именно таково было. А вот официального провозглашения его святости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалям, как имама не было. Таким образом, обратите внимание, это важнейшая часть исламского учения. Потому что именно в связи с этим учением ниспослан аят: «Я усовершенствовал вашу религию и довел до конца свою милость над вами, и теперь я доволен исламом как религией». И также фама баллах, ва ин лам тафъаль, фама баллахта рисалатаху. Если ты этого не сделаешь, если ты не донесешь учение об имамате, то твоя миссия не выполнена. Придется еще отправлять пророков. Нужно будет еще пророка, еще учение, еще религии отправлять, потому что ты свою миссию не выполнишь. Поэтому эти аяты и эти обстоятельства, при которых все это было ниспослано, эти аяты были ниспосланы, ярчайшим образом
свидетельствует о чем? О важности и роли имама. Я бы, наверное, сказал, что этот аят является, скорее всего, самым важным из тех аятов, которые, как я думаю, что является, то есть, самым важным аятом из тех аятов, которые вы приведете. Которые указывают на важность имамата. Ну, в первую очередь, плюс еще мы, так как мы до этого говорили, что приведем несколько аятов, которые указывают именно на роли имамов, да, как я понимаю. Мы в качестве примеров таких аятов и преданий огромное множество. Да, мы в качестве примера только. То есть, есть ли еще какой-то аят, который указывает на это, или мы с вами это обсудим на следующей передаче? Или нет, есть? Аятов, я опять-таки говорил, что аятов огромное множество. Mm-hmm. Опять-таки, чуть ли не треть Корана посвящена mm-hmm. именно этому вопросу. Огромное множество. Мы, наверное, ограничимся одним аятом и yeah. обратим свой взор на предания, потому что mm-hmm. в преданиях mm-hmm. есть разъяснение, раскрытие роли имама. И посмотрим, что из себя представляет имам, что из себя представляет предводители, призывающие на верный путь, предводители, призывающие и наставляющие человечество к свету, к единому свету угу. Всевышнего. Посмотрим на предания другие. Шейх Курбан, спасибо вам большое. Хочу вкратце изложить то, что вы сказали. Я думаю, что и для телезрителей будет полезным. Я изложу то, что вы сказали вкратце, и уже со следующей передачи мы продолжим все-таки обсуждать эту тему. И интересно, конечно, те аяты, те хадисы, которые относятся к этой теме, в которых разъясняется именно роль наших имамов. Но я думаю, что этот аят, на самом деле, даже не стоит приводить и другие аяты, потому что этот аят очень, скажем так, указывает именно на важность этой темы, потому что, что значит, если ты не донесешь, если ты не донесешь это людям, значит, ты не выполнил посланническую миссию. Это указывает, что на самом деле этот вопрос был одним из важных, самых важных именно среди посланнической миссии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который посланник Аллаха должен был решить. Вот. Но мы с вами говорили, значит, на этой передаче о трех вступлениях. Мы сказали, что, во-первых, надо понимать, что ту историю, которую мы изучаем, эта история не только связана с материальными событиями, но также она имеет и, скажем так, духовные корни, которые являются на самом деле очень важными, которые влияют на эту материальную сторону, на эти материальные события. Также мы с вами говорили, что о важности следующей темы, что есть сторона тьмы, есть сторона света. Вот, это было вторым вступлением. И имамы, они являются именно предводителями к свету, а свет он один, это свет Аллаха. И есть предводители тьмы, которые ведут именно к тьме. Но в этой жизни эта тьма проявляется в разных формах. И третье, то, что мы с вами говорили, это именно роль наших имамов. В первую очередь мы сказали, что мы обсудим о роли именно наших имамов. Как я понимаю, мы с вами также... Да, на их примере. Да, именно на их примере. Да. Вот, потому что умма посланника Аллаха является последней уммой, и наши имамы являются имамом последней уммой. После этого уже наступает, как говорится, судный день, и каждый придет со своим имамом времени. Спасибо вам, шейх Курбан, большое. Мы обязательно продолжим эту тему. Хотим услышать от вас хадисы, которые также указывают на роль наших имамов. Я благодарю вас. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы с вами увидимся на следующей передаче. Пока я с вами прощаюсь. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.